о значении исторического воссоединения Крыма с Россией, о том, как отметят вторую годовщину этого события, рассказывают в Москве сотни волонтеров, студенты из разных вузов и молодежных организаций работают на оживленных улицах, площадях, в парках, поздравляют прохожих с наступающим праздником и приглашают на главное торжество. До особой даты осталось немного. В пятницу на концерте у стен Кремля ждут всех. 18 марта мы будем праздновать двухлетие возвращения Крыма в состав Российской Федерации. И, скажем так, для нас это радость, честь принять участие в такой акции, поздравить всех россиян, рассказать им о том, что будет 18 марта, 4 часа на Васильевском спуске, проходить массовый концерт, на который мы их приглашаем, раздать шарики, рассказать о Крыме, поговорить с людьми, увидеть их радость. Как вы видите, люди массово берут шарики, сами радуются и улыбаются. 18 марта 2014 года на референдуме вхождению Крыма в состав России, да, сказали 97% жителей полуострова.